Пипец, блин, сейчас записал одно видео в 480p качестве, другое в 720p. И по размеру получилось одинаково. Пипец. Ой, оху, она сразу ракеты взяла, нихуя себе, блин. Пиздец. Блядь, сука ты! Ну вот нахуй! Ничья! Ха. Друг друга замудохали. Видите, я... Сейчас опять пишу в 720p. Ну что, блин, получается по размеру одинаково. 480 и 720p, блин. Стой тут, козёл! Эту дуру можно замочить. Макакин с ракеты взял. Блять, ну что такое нахуй? Как неудобно эту пушку крутить, а сейчас я бы повернул бы на него и застрелил, сука. Через жопу, блядь, сделай это управление, нахуй, ебучее, блядь. Ой, блядь. Осталось только чуть-чуть пушку повернуть на него, и все. Ой, блядь. Теперь я на этом уровне, получается, не выиграю. Я на этом уровне все время выигрывал. Ой, блядь. Блять! Ну все, короче. Я так и знал, я так и знал. На первом уровне они мне сначала давали выиграть. Да, то есть как бы чередуется. Давали выигрывать, потом не дали, зажали. На втором уровне дали выиграть. То есть как бы чередуется, да, сейчас опять не дают. Не, ну, в прошлом разе я сам ошибся. Но это, блядь, неудобно сделано, то, что нужно пушку еще отдельно крутить. Теперь меня зажали. Три, два, один.
Сейчас их столб замочит. Вон. Я же сказал. Чё, хоть один раз я тут выиграю, блин. О, ракеты! Бля, я промазал, да что ж такое? Ну ёбаный хуй! Ай, ёх твою мать! Сейчас у них будет по 4, потом она начнет выигрывать, как всегда. Хорошо, что они поехали на ту сторону, куда сейчас столб упадет. Вот это сейчас повезло, что они туда поехали. Могли бы не поехать. Да. Блять, на меня столб упал. Сука, ты ебаный ты хуй. Ну что ж ты... Ой, блять, такой шанс сейчас был выиграть. Стой там. Ну все, в угол зажали. А, у меня ракеты, блядь, а я и не заметил. Блядь, что ж я такой косой-то, а? У меня были ракеты, я мог ту дуру застрелить. Да расти! Сука, ёб твою мать! Ну видите, ну все, теперь я же сказал. Теперь хуй выиграешь, блин. Чуть-чуть совсем не хватает. Причем то, что интересно, то, что обычно меня на первых двух уровнях дрючили, а на этом уровне я выигрывал. А сейчас получилось так, что я тут не могу выиграть. Зато на втором уровне я выиграл легко. То есть как-то поменялось местами. Что будет на последнем уровне, только самому Богу известно, потому что тут сейчас так получается, как никогда не получалось. То есть да, я на втором уровне мне было сложно выиграть, потому что меня дрючили, зато на третьем я выигрывал. А сейчас на третьем меня дрючат, зато на втором я выиграл. Ну так вот получилось.
3, 2, 1. Этот мудак прям рядом с минами стоял и не отъехал. Я думаю, мне пиздец. Я так и знал, так и знал. Я не мог поехать наверх, потому что там эта дура. Не мог поехать направо, потому что там Макакинс. А слева меня столб замочил. То есть меня пуля замочила. Они там все собрались. Мочи эту дуру нахуй. О. Бах! И оба взорвались. Отлично. Фу. Видите, как сейчас сложно выиграть, пиздец. Вообще не дают. У нее ракеты. Мне бы наверх. О. Пусть мочат друг друга. Отлично, один выбыл. Отлично. Вот сейчас тоже повезло. Блядь! Пиздец, вот это я... Вот это я... Я сейчас на макаку смотрел. Отвлекся. И на меня прям столб упал. То есть как бы... Сейчас я сам виноват. Потом был случай, когда... Мне надо было чуть-чуть пушку повернуть. Из-за этого чуть-чуть я проиграл. То есть совсем чуть-чуть не хватило, я бы мог в два раза еще выиграть. Вот, но первый раз, вот сколько я играю уже на танках, первый раз такое было, то что на этом уровне было сложно выиграть. Обычно тут очень легко.